Кристин, привет. На самом деле, это достаточно очень значимое ежегодное событие для киноиндустрии, индустрии кино и индустрии развлечений. Вот основным участником этого форума является Ленфильм. Вот сейчас мы подойдем к Валерию, пресс-секретарю Ленфильма, и он нам расскажет, чем же они сегодня будут удивлять нас на этой выставке. Добрый день, здравствуйте. Ну, прежде всего, мы для зрителя сегодня и для кинотеатров, которые здесь являются одними из участников форума, презентуем несколько наших проектов. Это фильм, который выходит 22 сентября, и 15 сентября он уже показывает в Санкт-Петербурге «Петербург только по любви». Это «Женский взгляд на город», это 7 новелл наших петербургских, и не только петербургских, режиссеров, женщин, которые признались в любви нашему городу. Недавно мы выпустили и презентовали фильм, представили «Птица». Это фильм был показан впервые на Выборгском кинофестивале. Сейчас шагает по стране и по миру с фестивальной историей. Это фильм «Птица» Ксении Баскаковой. Дебют, который рассказывает о дружбе рок-музыканта и его юной поклонницы. Такой добрый семейный фильм о и в том числе у Петербурге. И один из фильмов, который мы сейчас здесь презентуем, он готовится сейчас в процессе монтажно-тренировочном периоде постпродакшн, фильм «Блок А». Это фильм, рассказывающий о годах блокады, когда в городе пытались совершить диверсию, и наши доблестные сотрудники НКВД расследуют это событие, расследуют преступление. Такая хорошая, интересная детективная история. Вот расскажите, пожалуйста, я знаю, что около 160 проектов было произведено на базе киностудии «Ленфильм». Вот расскажите немного об этом, пожалуйста. Да, у нас киностудия не только производит собственные фильмы, но и предоставляет услуги кинопроизводящим компаниям. Например, такие громкие фильмы, которые выходят в этом году, «Дуэлянт», «Ледокол», «Матильда», они снимались непосредственно на нашей кинопроизводственной базе и с участием киностудии «Ленфильм». Кроме того, мы предоставляли услуги телеканалу BBC, который делал сериал «Война и мир», несколько для Первого канала проектов. Спасибо. Вот мы сейчас видим здесь Ленфильм. Нам предоставляет также несколько камер. Это достаточно известная камера Ари. На такую камеру снимаются практически все голливудские фильмы. Вот ее можем сейчас покрутить даже и показать, как она работает. Я вот почувствую себя оператором. Камера достаточно массивная, и, насколько мне известно, рядом, точнее, управляют такой камерой не один человек, а несколько. Ну и также здесь представлена еще одна камера для документальных фильмов. Здесь очень удобно снимать, она достаточно легкая, покрутить вот мне ее тоже удается. Один человек может управлять этой камерой, вот видите, она не такая массивная. Ну и вот, Кристин, я еще, пожалуй, останусь здесь, попробую себя в роли оператора, покручу, поверчу. Спасибо.